В Пекине второй день. Второй день кастинга. Вот нам маршрутку из моделей. У нас 1 градус. Let's start here to the head work. And like that slowly and elegant. Со супером удалён. Пойдёмте. Чао. В Китае холодно достаточно, но здесь есть в торговых центрах или в магазинах специальные шторы такие при входе, чтобы не запускать, видимо, холод, держать тепло. Правда, эти шторы такие грязные, блин, не хочется даже дотрагиваться до них. Также в Китае очень дорогой кофе. Например, если овощи можно накупить там 500 грамм на 1 юань, то кофе стоит 30-40 юаней. Очень дорого. Китайцы, в общем, все делают. Подделки, в смысле, делают все. Даже этот магазин называется 13.1, как 7-Eleven, прям 7.11. Только что значит 13.1, непонятно. Трафик еще на дорогах жуткий в Китае просто. Нельзя нормально перейти дорогу, чтобы тебя машина не задела, не сбила. Слава богу, я пока скрываюсь среди китайцев, бегу за ними. Стал бедняга. Сейчас увидела, как у машины вверх двери поднялись. Я даже в Японии такого не видела. Я на посмотрение. Это я чувствую себя азиатом. Нет, я снимаю, потому что все на иероглифах, и вообще ничего не понятно, где что продается. Сегодня все девочки на кастингах в других городах, либо на работах. И я еду одна по кастингам в одной маршрутке большой. Вся маршрутка в моем распоряжении. Блин, я реально в шоке от китайского трафика на дорогах. Просто у всех свои правила. У пешеходов свои, у водителей свои правила. Все идут на красный свет, все едут на красный свет. Очень опасно переходить дорогу, прям ужас какой-то. Я потом вас всех отмечу. Ваш инстаграм. Нет. Я тогда не готова сниматься. Это бэкстейдж модельной жизни. Это реалити-шоу. Мы ничего не попробуем. По рисунке. Мы каждыми вечерами тренируем походку. Тренируем позировки. Позировки. Так, это уже у нас пошел вечер. Вы понимаете? Давайте, девчонки, давайте. На камеру работаем. Вот, кто в душе у нас тут поет. Пульсы города на крови опять. Какие лимузины, какие мерседесы, о чем вы? Вот маршруточки. Ехал. Да. Река. Так. Нет. Сколько тебе лет? Учим читать. Ну что это остальное? Через реку. Знаешь, скороговорка такая есть. Ну покажи.
Вы понимаете, да, что у нас снег пошел? Несколько дней назад было 16 градусов плюс, а сегодня минус один и снег. За что? Почему? В Китае вообще бывают азиатские здания, нет? Я как из России не уезжала. Снежно сегодня на улице, однако, да, Александра? Да, как вы считаете? Очень. Москва, Россия. Метро, кстати, красивое у них. Что не скажешь про сам Пекин, точнее. Меня удивляют их правила дорожного движения, которых правил даже вообще нету, можно сказать. Потому что если даже мы ловим такси, мы подбегаем к машине, которая едет по дороге, она сразу на дороге останавливается. Если у нас таксист, например, может припарковаться где-нибудь, да, объехать, и мы там подходим к машине, то здесь просто машина останавливается посередине, все ему сигналят, все ему начинают объезжать, а ему хоть бы что. И так всем таксистам. Или даже так же мы ездим, когда на кассинге. Водителю сказали, что вот здесь кассинг будет проходить, он просто посередине дороги останавливается и паркуется. Все. Это очень странно, это очень-очень опасно еще, и я вообще в шоке от дорожного движения. Тут еще в торговом центре оказался эскалатор, сразу же поднимающий на самый высокий этаж. Хотел увидеть модельные апартаменты. Вот несколько этажей. Вот я живу на 10-м. Все, девочки уже устроились. Я же говорю, модельные апартаменты. Вот. Вот я понимаю, почему толстеют модели в Китае. Такая вот еда. Что-нибудь говори. Очередной раз покормили KFC. Да. Мне первый раз кормят KFC, слава богу. Это был Бургер Кин или Макдональдс. Это же небольшой выбор, на самом деле. Ну, выбор есть, KFC, Макдональдс. Удивительно, что мы должны худеть постоянно. Насколько такой ерундой. Наконец-то у меня будут влоги, где я смогу записывать свою работу. Hey, girls! Say hi! Короче, каждый раз думаю, что нужно брать с собой салаты, и каждый раз их не беру, и вот нам преподносят вот такое вот. Как худеть, как худеть? Китайцы еще очень странно переходят дорогу, они выходят на одну третью дороги, ждут, пока сзади машины повернут. Даже до зеленого света они переходят на середину дороги и ждут, пока включат зеленый свет, чтобы пройти вторую часть дороги. Китай утомляет людей. А вот какой ночной Пекин. Готовят все. Что вы там даете? Багажника? Багажника. Привет из багажника. Неплохо так устроилась подушечка. Что там? Ух ты! Нихао. Аккуратнее! Ты в своем репертуаре! Я полетела!